Пока у всех студентов сессии, молодежь корпеет над книгами, в ИГХТУ полным ходом идут репетиции к концерту в честь Татьяниного дня. На сцене активисты студ-клуба. Для них добрая традиция год от года развлекать народ песнями и плясками, иногда в ущерб учебе. Иваново по праву считается студенческим городом. Здесь вчерашние школьники могут получить практически любую профессию. Но для самих студентов 4 года в вузе пора не столько активной учебы, сколько возможность провести лучшие годы жизни. Я считаю, что студенчество – это самая замечательная наша пора, самые замечательные годы в нашей жизни, потому что здесь мы находим себя, мы понимаем, что нам нужно от жизни, мы творим, развиваемся, учимся, и у нас нет никакой рутинной жизни, мы вот отдаем себя на полную, и это вот, ну это замечательно. Студентам быть весело, потому что у них очень насыщенная жизнь в плане учебы, и в плане творчества, и в плане, ну, студент себя развивает, и студент, ну, соответственно, это очень весело себя развивать. Ты познаешь что-то новое, что-то интересное, и с каждым днем, ну, ты узнаешь что-то новое, тебе очень классно от этого. Студентам нужно пожелать легкой сессии, простых билетов, большой стипендии, крутого времени провождения, чтобы он никогда не скучал и чтобы воспоминания о студенческой жизни грели его до конца его дней. Студентам нужно учиться хорошо, надо жить в хорошем месте, чтобы учиться хорошо еще. Еще надо денег. Ты занимаешься учебой, можешь заниматься наукой, можешь заниматься творчеством, можешь заниматься спортом. Хочешь, можешь уже искать свою будущую работу, то есть подработки искать всякие такие. И вообще, ты знакомишься с очень многими людьми, не только в своем вузе, а во всяких поездках, которые также устраивает вуз. Вот в этом хорошо быть студентом. Я работаю со студентами всю свою сознательную жизнь. И причем я работаю ведь с творческой молодежью. И поэтому я вижу, какие они. Вот часто говорят, что они стали другими. Вот на мой взгляд, да, конечно, они стали, как говорят сейчас, более продвинутые в соцсетях. Но вот творческие студенты, они какие были, такие, ну, не то, что они, понимаете, они, наверное, все-таки необыкновенные тем, что они другие действительно. Они всегда хотят что-то познать новое. Я буду считать, что моя студенческая жизнь удалась, если у меня будет хороший диплом, хорошая зачетка. Если я везде раскроюсь по полной, там, спорт, правком, студ-клуб, все, чтобы было по полной, по максимуму прожить эти 4 года. Профессиональный праздник, отмечают студенты, им, в общем-то, не нужен. Для них и так каждый день полон сюрпризов и приятных моментов. А вот еще один выходной не помешал бы. Большинство из собравшихся в торжественный день идут сдавать экзамены. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.